Выясняя прогноз погоды на 2017 год, необходимо помнить, все возможные прогнозы, выдаваемые на несколько месяцев вперед, не могут считаться точными. Этот год, по обещаниям синоптиков, будет значительно отличаться от предшественника. Погода в 2016 году была достаточно мягкой, без резких температурных перепадов, без сильной жары, столь свойственной многим регионам нашей страны, с ранней весной и комфортным летом. Год 2017 напомнит нам, что не зря климат на наших территориях называется резко континентальным. Жаркое лето, очень морозная зима и ранняя осень покажут себя во всей красе. Выражение «февральские метели» не зря присутствует в нашем языке. И февраль полностью оправдает славу морозного и вьюжного месяца. Все, что мы недополучили в декабре, с лихвой компенсируется в последний месяц зимы. Начнется февраль с мороза до минус 26-28 градусов. При этом синоптики обещают переменную облачность и, вероятно, ветер. К середине месяца придутся снега, а снегопады при ветре – это переметы на дорогах и гололед. К концу февраля зима и не подумает сдавать свои позиции. Лишь южные регионы по традиции рано встретят весну. В воскресенье в Кашхабском районе ожидается пасмурная погода ночью, возможен небольшой дождь. Утром значительная облачность, небольшой дождь. Днем облачно с прояснениями, без осадков. Вечером пасмурно, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление будет повышаться и на 5 февраля составит 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха будет около 90%. Скорость ветра от 1 до 3 метров в секунду. По обещаниям синоптиков, весь день будет держаться плюсовая температура. С наступлением потепления увеличивается риск заражения различными респираторными заболеваниями.